Всем привет зрителям, подписчикам канала. Заехал тут по пути на свалку. Походил. Вот такой вот. Тут круги купальные. Что ли? Не понял, что такое. Вот только коньков повыкидывали. На вид как новые. Некоторым ушатанные, вот такие электроника, попалась. Пойдем дальше. Куча советского, еще прошлого, кто-то вывез. Там пластинки вижу, вон пласты, пластинки лежат. Тут какие-то газеты старые. Кто-то дядь кладовку чистил. Вот такой вот ящик советский. Решил вам показать. Это советское шампанское когда-то было. На бутылках там уже ничего уже не осталось. Просто я вас поставил показать вам. Также нашел Сегу, советский калькулятор, магнитофон Томми 304. И также мобильники. Видите, ничего нету. Может, что-то было, уже утащили. Еще тут всякого. Такая вот куча. Не стал я сильно рыться. Вот что сверху было, то взял. Может, там что-то еще есть. В общем, заканчиваю. На этом все. Всем пока.